глубину поменьше попробовать, наверное, что ли. О, заклевал. Только сказал, что не клюет. Вот так. По течению. Ого. Нифига бултыхается. Да точно на течении стоят они. Вот мы сегодня отрываемся, блин. Вот клюет, да, один за другим. Моментами прям. Как будто кишит тут рыбой, блин. То как будто нет. Да, да, да. Тут садок уже полный. Рыба сидит. Нифига. Что за монстр там? Всем привет! Сегодня 19 мая. Наконец-то дождались этого момента. Выехали на летнюю рыбалку. Такая речушка. У нас пикапур открылся наполовину. Еще, ну, можно порыбачить. Но мы решили сюда приехать. 140 километров от Муравленко. Приехали мы с Александром. Вот там он рыбачит. Даже не знаю, какая здесь рыба будет ловиться. Скорее всего, ясь, сорока. Саня, потому что, говорит, как-то проезжал, тут мужик ловил, говорит. Вот из-за этого решили проверить это место. Правда, место под мостом будет шумновато, конечно, извиняюсь. Ну, надеюсь, кого-нибудь поймаем. Думаю, будет интересно. Всем приятного просмотра. Погнали. Санек уже поймал одного. Это сорока. О, все, с почином. Угу, спасибо. Летнюю рыбалку открыли. Сезон открыли. Сезон открыли. Классно. Так, надо сейчас приготовить. И будем рыбачить. Я донку закину пока. Но я потихоньку раскладываюсь. Хочу на поплавок порыбачить. Люблю на поплавок. В общем, друзья, как Саня поймал одну сорогу, больше не клюет. Сижу, перевязываю. Поставил две донки. Поплавок поставил. Сейчас мормышку, уралочку хочу привязать. Попробовать на уралочку, на опарыша. Чего-то не хочет. Значит, тут такое место. Там даже вон на проводах блесна висят, может поблестить попробовать. Ну посидим. Нет, так поедем на пикапур. О, поклевка у меня, смотри. Смотри, клюет. Мелочь, что ли? Смотри. Тащит. Ладно, все, спасибо. 200 километров короче, да? Угу. Вот она. Первая сорога. В общем, вторая рыбка. Время не знаю сколько. Сань, время сколько там? Посмотри, пожалуйста. Время сколько там? Посмотри, пожалуйста. Вот так. Вымутил еле-еле сорогу. О, о, еще раз. Опа! Саня! Еще одна. Нифига себе. Я говорю, вот так вымутила она. Бум! В прямом эфире. Нифига. Смотрите, мы прямо вот около берега, прямо вот тут. Смотри. Саня там сапоги одевает. Кряхтит что-то. Полдесятого? Ага, глубину маленькую сделал. Еще машины не ездили бы, вообще классно было бы. Смотрите, уже комары. Еще здоровые. Как на зимнюю рыбалку. Я, видишь, чтобы течение сюда не прибивало к берегу. Вот так. Вот он. О, нифига себе. Ну. Да ну нафиг. Помню, бойкий. Окунь попался. Черный такой, смотри, как этот нефтяник. Нефтяник этот. Че, окуня не будем брать, наверное, да? Мы окуни наловились уже. Вот, смотрите. Черный. Ладно, иди. Гуляй. О!
Ты того же окушка поймал моего, что ли? Не, он брызгается, блин. Походу, одного и того же окуня ловим. В общем, на донке на одной червя оторвали, и все, и тишина. Ну, может, утром расклюется, посидим уже до утра, да? Нет, так на Пикапур поедем. Пару сейчас насадим. А, вот, вот. Ну как играет. Что-то сидит, друзья. Что-то есть. Ага, сорога. Хорошенькая. Вот она. На бутерброд. О, хорошо дергает. Опа. Нету? Как нету? Есть. А, что-то есть мелкий. Мелкий. Ого, сорога. Все, Саня тоже обловился. А палец что? Нет, бутерброд сделал. Кукуруза и червь. А кукуруза и червь? Да. И там две кукурузины поставил. Кстати, может расклюется уже. Смотри. Перекус у нас. Колбаса, лук, яйца, майонез. А, сейчас меня поймает. Чай. Все, всем приятного аппетита. Саня, давай кушать. Ну, в общем, друзья, что-то перестало клевать так. Нет-нет, поддергивает, но поплавок перестал. Да, я забыл сказать вам, что мы с ночевкой. Будем ждать утреннего клева. Саня тут окуней фигарит, пока я спал. А, кстати, доброе утро всем. Ух, холодно как с утра. Донки молчат. Сейчас солнышко выглянет, потеплее, наверное, будет. Нет, рыба сидит. Нифига. Что за монстр там? Да ну нафиг. Что такое? О, он уже устал, Сань. Вот этот подъязок. Хороший подъязок. Но не пикапурский, конечно. Мельковатый. Че, опять есть? О! Пока я тут армушку привязываю, Саньку. Так, смотри, кончик. Вот так. Ну, зацепляй. Это сорога или? Это сорога, да. Саньку тоже вот такую уралочку хочу поставить. Блин, вот эта сорога хорошая, да? Махтарчик. Ух ты, какой красивый. Ух ты, вкусные рыбы. Кого ты тащишь? Хлюпает прям конкретно. Тоже мохтик? А нет, сорога, да? Опять кого-то поймал? На пару. О, ясь. Хорошенький.
Не хочу руки пачкать. Тут у нас садок уже полный. Только что тут? Да ну нафиг, ты что? Только наловили, что ли, мы уже? Офигеть. Полный садок. Вот это мы открываем сезон. Так, это мусор надо забрать будет потом. Ну давай теперь тряпку. Лебедь. Быстро пролетели. Ты опять кого-то поймал? Нет, сидит у тебя. Он же зацепился, говорит. Нифига там крокодил. Во, вот это вот ясь. Вот это натуральный ясь, смотри. Только смотри, не сломай так за леску или как-то к берегу. Вот это ясь. Хо-хо-хо-хо. Офигеть. Красавчик. Иди сам кидай. Я только руки протер. Саня, прекращай. Сорога. Сорога. Опять клюет у тебя. Так. Надо опарыш оставить. А ты так неинтересно, Саня лает, я нет. В общем, друзья, он там на течении поклевывает. Сейчас будем докидывать туда. И... по течению вот так вот. Солнце, блин, ослепляет. Блин, было надо очки одеть. Удочку стаскивает, пока я там ковыряюсь. Нифига, опять негр попался. Негритенок попался. О, хороший негритен. Вот это окушок. Видите, какая вещь. Но мы окушков не берем. Мы уже наловили зимой. На закрытии сезона. Глубину поменьше попробовать, что ли? О! Заклевал. Только сказал, что не клюет. Вот так. По течению. Ого! Нифига бултыхается. Да точно на течении стоят они. Что это такое? Чуть не пойму. Тоже хорошенький, Сань. Вот так, за лесочку мы его сейчас потянем. О, хороший езёчек. Вот этот шуршавый попался. Вот смотрите, друзья. Вот этот езёчек. Гири. Да мелкий. Это мохтик. На течении стоит. От машины ездит. Неудобно, конечно, шумно. На течение сразу забросы. О, потащил, потащил. Забросы и сразу клюет.
Вот. Ох, иди сюда. Мохтик. Мохтик, мохтик. Вкусная рыба. И жареная, и сушеная. Обалденная. Одна одинешенька. Вот он наплывами. Клюет, клюет, хоп. 3-4 поклевки, и все. И тишина. Саня решил с моста порыбачить. В общем, друзья, не клюет. Решили покушать. Перекусить. Донку поставил. О, нифига. Блин, смотри, неплохой. Да ну нафиг, давай выходи. Че хулиганит? Вот, смотри, какой белый. Езенок. А мы домой собирались уже. Третий раз домой собираемся. Значит, посидим еще, да? Да ладно, кого-то тащит. О, небольшой, говорит, нифига себе. Большой. Это ты кукуруза у тебя здесь была? Да. О, держи. Да, спасибо. Смотри, какой хороший. Раненый чуть-чуть. Ай-яй-яй, тихо. Садок потихоньку наполняется у вас. Опарыш кукурузой, значит, да? Хан станет. Прям отлично. О, отпустил и леску, слышишь? О! На спиннинг вообще по-другому тянется. Тоже хороший, смотри. Ага, крупненький. О, пошла жара. Мне кажется, вот этот самый крупный, да, сегодня? Нет? Опять на верхний. Смотрите, какой хорошенький. Под яски. Как раз на сушку, на вялку сухого засола. Классно. Че, вообще монстр, да? Вот подсачник взять. О, это вообще крокодил. Вот сюда тащи. Так, 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 так. О, вот это вот самый крупный сегодня. Да? Вот это схватил. На леску не будем поднимать. Монстр. Монстр, монстр, молодец. Я тут, наверное, сегодня переловил тебя. Да. Пока я спал. Хороший язычек. Но это еще подъязок тоже еще. Опарыш и кукуруза, да? Да, кукуруза. Вот так вот. Ага. А, ты кончик прячешь, да? Угу. А я не прячу. Пошла жара.
Хорошую мамку ты поймал там. Ну вот, смотри, как сопротивляется. Да ну нафиг. Тоже смотри, хороший. Мелкий. После того, это, конечно, тебе мелкий. Для меня-то он, блин, даже. Не, естественно, нет. Да, давай. Скажет опять, ловить не умеют, катушки ломают. На землю кидают, безалаберно относится, говорит. Моя удочка, как хочу, так и отношусь, да? Да, да. Смотрите, как есть подъязок. Красота. Блин, домой нас не отпускает. Ладно, сидим еще. Сидим, кайфуем, наслаждаемся. Еще бы машины не ездили бы, вообще классно было бы. Вот не знаю еще, да, на пикапуре она идет, не идет. Фиг его знает. Здесь-то тоже мы не знаем, что. Ну, первый раз. Ну и удачно. Да? Клюк-клюк. Да, я знаю. Нет. Хорошо зацепил, да? Подожди, отпускай, наоборот. Во, все. Скажем, надо куда. Прям на вот так поднимешь. Угу. Поднимешь его. Сейчас удочка щелк. За леску возьмешь. О! Видишь? Вдвоем это сила. Вдвоем это сила. Тихо, тихо. Карандашик. Ага. Я пока поклевку снимал. Саня там. Нельзя поймал. У меня поплавок ушел. Ай-яй-яй-яй-яй. Я у тебя что, рыба отцеплять нанимался? Отцепщик. Отцепщик рыбы. Саня ловит, я рыбу отцепляю. Сам же сказал. Ой, это сила. О, у меня тоже клиент. Это большого года. Нет. Что это было? А, нет. Выплюнул. Клиент во все. Клиент, это хорошо. О, Сань, вообще хороший сидит. Да, тоже неплохой, смотри. Все, для Сани все маленький теперь. Крупного поймал, теперь все маленькие для Сани. А заглотил-то, ё-моё, до самых кишок. До самой задницы. Зато приятно тащить. Вообще обалденно. Так, сейчас уберу. Опять мне доставать? Ломается удочка. Ну да. Да, ну это. Это ж мелочь. Все. Зажрались мы с тобой. Это мелочи. Ну нормально. Супер. Супер, дядька.
О, я свой зацепил его здесь. Капитаж. Ну. Только ушел за рогатиной, Саня уже тащит там кого-то. А я там зацепил около берега, думаю, палкой вытащу. Опять крокодил, что ли? Опять мне доставать, что ли? Да ты это уж сам достанешь. Не, надо тебе достать, да? Ну, у меня в два раза больше, чем твой, елки. Ты поможешь мне достать? О, он шуршавый вот этот. Ага. Сейчас закинешь, клюнет. Донку может убрать опять, чтобы не мешался, да? Пейзаж сниму сверху. Как я закинул смачно. Можно отсюда рыбачить. Ловись, рыбка большая и маленькая. Фу. Я точно плюнул. Да еще плюнул смачно. Саня опять отрывается. Ой, у меня тоже утащило. Нифига себе. О, порвал. Нет. Сошла просто. У тебя сошла, да? У меня еще держится. У меня сходов не было вроде сегодня. Эй, не помню, может и было. Красавица, красавица. Ах, какая красавелла. Опа. Для Сани сегодня все, все мелкие. Вот мы сегодня отрываемся, блин. Клюет, да, один за другим. Моментами прям. Как будто кишит тут рыбой, блин. То как будто нет. Да, да, да. Тут садок уже полный. Я даже поднять, посмотреть что-нибудь. Нет, потом. Неинтересно там. Сглазим, да. Домой собирали же, да? Да? Хорошо, что не уехали. Хорошо, что хоть на донку клюнули. Ага, да, да. Если бы на донку не клюнуло, мы бы уже рванули. Так, моментами. Ну, тут рыбы полно. Не сильно крупные, конечно, но... Пока еще нигде не клюет, можно отрываться. На пикапуре, я уже повторюсь, еще рановато, наверное. А может и нет, да? На днях поедем, через пару дней. Ну, а там народа много. Вчера еще там народа было полно. Что-то мне кажется, клюет, да? Опять хороший. Нифига себе плюхается. О, у меня тоже клюет. А, нет. У меня сошла. Во, вот этот вот хороший. Это мелочь. Блин, пока камеру включал, тоже рыбу упустил. Поклевка была. Пока обезьяны мерещились, лось ушел. Колокольчики поставили, сейчас будут звенеть тоже. Соседи приехали. Ага. Так, машины только шумели. Сейчас с двух сторон будут колокольчики и машинки. Вот, друзья, нам пришло подкрепление, приехал. Втроем. Везде, говорит, побывали народа.
Тьма, говорит, встать негде. А здесь мы вон с Саньком вдвоем кайфуем. Со вчерашнего вечера никого не было. Ну и ловим. Потихоньку. Потихонечку. Я даже боюсь поднимать садок. Там, наверное, вообще ужас, что творится. Да она полная, Сань, смотри. Сейчас опять комментарий напишет, блядь. Жмоты. Жлобьё. Мы ловим, раздаем, солим, сушим. Не носите же, да? О, потащился. Эх, рановато, да? О, у меня тоже потащил. Поклевки. Начинаешь снимать. О, смотри, как потащил. Что, тоже ушло, что ли? Ой, нифига. Мелкий. Ай-яй-яй. Нифига, я смело поднял его. А кивок я поставил цельный. Поменял такой, знаешь. Ничего, поклевывает. И соседи вон пару штук поймали. Не зря приехали. Саня проморгал он. Да? Не каждый же выпадки. Не каждый. Тоже так неинтересно, да? Холостые тоже должны быть. Саня опять пытается клевать. Есть, я же говорю. Пытается клевать, говорю. Что, тоже здоровенький, да? О! Вот это бултыхается. Первый пошел, второй пошел. Не сильно. Нам уже все. Нам уже они небольшие для нас. Мы уже свыклись. Красавец. Красавец. Тот садок мы не поднимем. Кстати, они сейчас, Саня, без травы, без ничего. Они самые чистые для соления, самые то. Саня опять монстр тащит. Вот какие надо колёк ловить. Надо с тобой местами поменяться. Правее сесть надо. Что-то левее не клеет под мостом. Как поклевку начинаешь снимать, не клюет. Что-то я, Саня, устал ловить уже, у меня уже руки болят. Вот мы оторвали сегодня. Хрена не клюет. А он этот, моментами. Наплывами. Да, да, да. Он уже, он дербанит. Зрет, то не зрет. Ты знал, что колокольчик твой снял, нет? Да ладно, не мешаешь. Не так часто клюет же. Я сегодня у него оцепляльщик. О, сам оцепился. Давай мы сегодня хоть одну рыбу выпустим, а? Да. Жест доброй воли сделаем. Да. Тебя сколько сошло? Нет, я сам лично хочу выпустить. Так приятно выпускать. Сейчас садок взял и вывалил, да? В общем, друзья, у нас вот такая рыбалка получилась. Вот. Хотел только сказать пока. Саня тут беспредельничает опять. Смотри, что творит, а? Сам будешь оцеплять. Я камеру держу, еще хорошая. Это завершающее. Ну давай, вытаскивай, Саня. О, хорошая. Я подальше стану, чтобы запечатлить. Смотри, как вытаскивает, как тянет его, тянет. Вот это да. Приятно, да?
Во, это самый крупный сань сегодня. Завершающий. Все, доставай сам, я пока с людьми поговорю. Ну, в общем, друзья, сами видите. Сейчас машина проедет. Клюет, как из пулемета. Ну, моментами. Тишина, тишина, бабах, 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 бабах. Тишина, тишина, бабах, бабах. Ну, все, мы удовольствие получили. Саня, ты получил удовольствие? Саня довольный, кошмар, блин. За всю зиму, да. Ну все, хорошо отловились. Там мужики пришли, будем собираться. Освободим для них место. Пускай тоже порыбачат. Потому что они везде заняты, говорит, народа много. Нигде места нет, а здесь свободно. И поклевывает нормально. Сейчас я покажу вам улов, сколько мы наловили Саньком на солении, сушении. Если я его подниму еще. Да ну нафиг. Охренеть. Там еще одна. А, еще одна там. Самый крупный. Блин! Вот это да! А давай мы их. А, я весы же не. Блин, у меня весы в гараже. В общем, друзья, смотрите. Обалденная рыбалка сегодня. Вчера вечером, сегодня. Классно. Все, будем собираться. В общем, друзья. Во, класс. Думаю, было интересно. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем добра. Пока-пока. Мы домой.